Всем привет, с вами Ниагара, и мы продолжаем. В прошлой части пережили эти страшные минуты в гробнице этих боссов. И снова вышли на карту мира. Я уже здесь отдохнула, и мы, по-моему, в клан со с вами не заходили. Заглянем. Что там такое? Что, нас не пустят? У нас не хватит ни места, чтобы пустить столько людей. Гася, я тебя порежу. Дашь денег? 2 зени. А что так мало? 1 зени. А вот у тебя? Эй. Давай, давай. 2 зени. Ну ладно. Хоть сколько там собрали. Дальше есть еще тоже какая-то точка под вопросиком. А вообще-то нам нужно возвращаться в Астану. А что опять происходит? Ну почему? Почему? Я не хочу сражаться с вами. Не сейчас. Мы сейчас только осматриваем это место. Не настроено пока что. Горы, горы, что здесь у нас? Я думаю, что здесь ничего такого полезного и не будет, не встретиться нам. Да, скорее всего, нам нужно просто возвращаться в Астану. Ну, как и настырный, ладно. Очень хотите помереть и ржете. Ну и кого-нибудь так добьем. Посмотрим заодно, сколько за них дают. За этих маленьких волшебников. А, с одного удара все умирают. Можно, в принципе, и сражаться, да? 3450, тем более, опыта дают. Все в копилочку. Так, ага. Это какие-то полезности, это для рыбалки. О, еще что-то. Не дали дойти буквально шаг, а? Ну что за люди такие? Хорошо. Снова та же тактика. Тайфун, потом огненный удар и защита. Пошла тема. Я не знаю, справятся ли девочки. Конечно. Легко. 2.40. Уже неплохо. Какой-то старый меч. 1500 зеней, а? Подумайте-ка, посмотрите. Какое богатство тут разложили. Так, там тупик. А вот такая небольшая локация, где у нас сражения. Даже я их не могу назвать какими-то противниками. Какие-то детские волшебники. Робин Гуда и волшебники. За замут. О, нет, Урсула у нас онемела. Защитились, блин. Готово. Так, у Нины скоро повышение. Легкая одежда. Все продадим, все, все, все. Дайте только дойти до магазина. Да, блин, держи выход. Но это сделано для того, чтобы мы здесь чаще встречали врагов. Поэтому такая дорога. Хотя здесь идти 3 шага по прямой. Но вот так вот. Все в объезд. Да, просто в защите давайте постоим. Ох, протрясло хорошенько. Да, и, кстати, у Руи, да, так и снизилось хп. Что обидно. Я не думала, что из-за этого глаза там будут такие неприятности у нас. Окончательно снялось. Так, ну он у нас
с боссами обычно сражается всегда в образе дракона, там больше хп, так что не будем сильно расстраиваться, да? Чё он опять спрашивает о Муруи? Это возможно, я думаю. Хотя меня интересует кое-что другое. Так вот, почему капитан Юй здесь не вернул нас императорским войскам еще. Так что ты думаешь, а? Какой у тебя план? У меня нет плана. Я просто хочу встретить генерала, который приказал мне арестовать вас. Это все. Так вот, почему ты идешь в столицу, а? Ты слышал? Те же истории. Столица лежит в руинах. Как ты можешь быть уверен, что твой генерал еще жив? Генерал Рун – ветеран многих кампаний. Его не смогут убить несколько монстров. Я уверена, что он ждет меня в штабе армии. Ладно, дали нам еще отдохнуть. Эх, ты коруя. Носик почесал. Выходим. И появилась новая тропинка. Куда она нас ведет? Куда же? Здесь опять сражение. А, нет, смотрите, это охота, ребята! Помогите! Да, побежали! Нужно загонять их. Нет, нет, не покинуть. Мы их сначала загоняем, зажимаем где-нибудь. Вау, можно было туда загнать. Пошли. И потом просто мечом уруи убиваем. Тихо! Да, ну загнать их не так-то просто, видите, как они убегают. Ой! Тихо-тихо! Ой, блин. Их нужно зажимать вот в таких уголочках. Вот. Стой! Стой! Блин. Замочить надо всех. Вот, видите, сколько их. Вау! Сейчас мы эту овечку попробуем поймать. Тут надо вот так аккуратненько. Ай-ти-ти-ти-ти! Бежала. Вот такая охота. Да. Такое развлечение. Хрю-хрю. Да блин. Я как-то в прошлый раз справилась намного проще, быстрее. Вот, все. Видите? Мы его зажали. Ну и все. И просто начинаем резать. Вот так. Собираем. Угу. Девочкам отдадим потом, феям. Ой, стой. В уголочке не получается его поймать. Есть здесь вот такая ловушка, но туда их загнать еще сложнее. Че, я не достаю, да? Блин. Это как с теми курицами. Там нужно точно подрассчитать, где она находится. А видите, по карте это как бы сложно сориентироваться. Плюс они еще, конечно же, бегут не туда, куда нам надо. Стой! А бегаем мы нисколечко не быстрее, как вы можете видеть. То есть мы тут можем только каким-то обманным путем. Да блин! Сейчас с этой корявостью управления, это, конечно, просто фантастика, а не охота. Но все. Все остальные гуляют в другой территории. Вот они. Она вообще их не ловит, охотница-то эта. Так, второй удар мы уже ему нанесли. Ну, конечно, лучше-то зажимать их. Стой! Ах, бегают прям по краю. Если вы их туда загоняете, там их намного проще. Они уже не бегают по... Да блин, по всей территории. Да что такое? Что-то не прет мне сегодня на охоту просто вообще. Обычно вот так вот встаешь, как-то в уголочке. Тихо. Давай, вот. И просто уже без проблем. Ой. Без проблем это все собираешь. Ну вот... Если вы его убиваете сразу, там мясо лучшего качества. Если вы его ранили, потом он от вас какое-то время бегает, то там все хуже получается качество. Я не знаю, что это за животное, сова какая-то.
Еще они могут покидать ту территорию, то есть они, если бегают, то могут просто выйти за пределы. Да блин. Нет, давай лови ее. Да! Черт! Ну, самим тоже, кстати, можно в эту ловушку упасть, но там есть для нас лестница, по которой мы можем выбраться. Да блин. Стой! Сложно, да? Сложно. Но я один разочек вам покажу, больше мы не будем к этому возвращаться. Так. Нет. Вот так вот мы ее сейчас. Вот, видите? А что он не собрал? Да, собрать. Кусман такой. Кто еще остался? У нас тут еще должен быть олень. Вот это. Барашка. Стой. Но она хрюкает, это похоже свинья. Стойте. Ох, сразу двоих бы сейчас. Ай, нет, разбегаются. Держи. Вас трое, блин, ребята. И что же вы так упускаете-то? Во. Все, некуда ему бежать. Бекончик. Так, еще последняя олень, да? Ловушки нет у нас никого? Нету. Давай, вылезай. Вот такая охота у фей. Такое вот занятие. Чем больше вы будете охотиться, чем больше мяса и лучшего качества вы им принесете, тем быстрее они будут развиваться в своем потом в своем поселке. Чё, где он? Вот он, последний. И впоследствии мы можем у них там потом приобретать оружие. Но оно ничем, по-моему, особым не отличается от оружия, которое мы покупаем в городах. И даже пока они не сильно прокачаны, оно гораздо худшего качества и такое непригодное. Так, где этот олень-то? Может, он свалил? А? По-моему, он свалил. Надо с ней поговорить. Нет? А, нет, да, большое спасибо за помощь. Он убежал. Охота — страшное дело. Иногда звери, на которых охотимся, идут за нами. Все. Мы ей помогли. Ну вот. Показала вам и рыбалку, и охоту. Это что такое? Что за путь? Оу. Мне кажется, нам сейчас сюда не надо соваться. Здесь все перегорожено. Или надо было... Подождите, хотела же встретиться с кем-то там у нас, Урсула. С каким-то генералом сейчас. Подойдем, спросим. Чего стоите, мужики? Что нам делать? Говорят, что основной гарнизон расположен в столице, был уничтожен, расположенный. Угу, я очень напуган. Но не могу не выполнить приказов, поэтому останусь. В общем, там нам не дадут пройти, да? Что ты хочешь, Чеда? Ты с ума сошел? Посмотри на нас! Мы профессионалы, солдаты. Это небезопасно даже нам. По-моему, нам нужно взять Урсулу, так? Да, капитан, вы хотите попасть в столицу? Точно нужно увидеть генерала Руна. Капитан, столица потеряна. Генерала оттолкнули назад к Астане. В каком состоянии наши силы? Сколько войск у нас осталось? Я не знаю, мэм. Вам придется пойти в Астану и поговорить с генералом. Вот, дали нам новое направление. Топать в Астану и пообщаться там с генералом. Ну все, больше я на эти вопросики останавливаться не буду, потому что мы уже это все посмотрели, вы посмотрели, а какой геморрой это, охота. Заходим в Астану. Мы здесь уже были, как вы помните, но тут есть такое место, которое нас не пускали. Так.
И что вы нам предлагаете? Извините, я только что приехал и не встретил ни одного магазина. Если вам нужно что-то, можете взять это. А что есть? Ага. Вот то, что нам не надо. Мы можем, конечно, у него выторговывать что-нибудь полезное, но... И так нормально. Так, пойдем дальше, да? А, здесь закрыто. Помните, здесь был такой проход, через который мы не могли попасть. Здесь стоял охранник и нас не пропускал. Где я могу найти генерала Руна? Ищите генерала, мэм. Тогда вам следует пройти сюда. В общем, здание на холме. Окей. Эй, ты что хочешь делать? Руи прямо к ним. Прямо вот так. Я сразу сказала, что именно это я и сразу сказал. Он намерен сделать. Так. Что-то непонятное. Руи, другая часть, Первый Император тоже. О чем речь, ребята? Перевод, перевод. Они ничего не сделают с ним, с Руи. Переживают за Руи. Что нам не надо идти к генералу. Руи с нами же. Вторая часть генерала. Вот за это и переживает. Что здесь такое у нас? Это что? Как куда-то выход. Так, я где? Дом на холме, это, по-моему, сюда как раз-таки, да? Или нет? Вот он. Я так понимаю, это дом на холме. Но мы его можем обойти в поисках как чего-нибудь полезного. Просто обойти вокруг. Тут что-то лежит. Крокодили слезы. Мне бы, знаете, что нужно? Такие штуки, которые АП восстанавливают. Как раз мне для... Для Руи было бы очень хорошо. О, а здесь можно было залезть наверх. Что, не полезем или полезем? Я как-то там сразу-то не залезла, не спустилась. А, нет, здесь невозможно. Тьфу ты. Ладно, а что с центрального входа у нас? Можно зайти. Такая музыка всегда, когда что-то нехорошее происходит. Крей, это место, ну, не так ли? Да, здесь искали мы Элину прежде. Это не похоже на штаб имперской армии, не так ли? Жди. Ага. Не все так просто. Ого! Ха-ха. Плохо. Ладно. Тайфунчик, значит, будем использовать далее. Далее. Может быть, взять Эршина. Так, буря. Буря и... И... Блин, не знаю даже. Что делать? Ну и опять буря, да? Ладно. Паника, паника! Такая куча врагов. Так, всего два осталось. Какие они страшные. Что за урод вообще? Что за гусеница? Ну, двойное наложение у нас. Круто, круто. Он все еще жив. Какого лешего. 1000 восполнил. О май гад. Что мы будем делать? Ужас. Ладно. Физические атаки нам помогут. Так. Хватит магии на него тратить. Какая смерть? Ты что, шутишь? Ну, у нас тоже есть такая магия, но она чаще всего мимо. Я помню, что я ее использовала. Очень редко, да, вот такая удачная тема получается, как у этого монстра.
Обычно у моих персонажей это всегда мимо. Как правило. Так. Что такое? Что? Такой монстр делает в таком месте? Ты вообще мертв. Ну, у нас нет выбора, только как идти вперед. Давайте его сразу, может, подлечим, потому что сейчас начнется магией. У Нины, наверное, да? Позаимствуем магию лечения. И подлечим Крея. Вот так. Хотя бы. Так, идти. А тем же путем идти там и там, помните, что-то как-то обходили. Вот за этой шторкой. Вот. А здесь у нас, по-моему, можно было где-то сохраниться, ладно. Тут что? Здесь что-то есть? Ничего, да, здесь уже все мы во сне обшарили. Несколько раз. Такс. Ну, от нас так просто не отстанут. Чего и следовало ожидать. Воу. Ладно, попробуем физические атаки. Так. Все? Ха! А мы-то боялись. 1400, заметьте. У Руи. Хотя бы 800. То есть, ну, все нормально. Все восполнилось так, как должно было быть. Текс. А пройти-то тут никак, да? Я так правильно понимаю? Или можно? Можно туда попасть. Здесь они находились как раз-таки в заключении. Да. Ну, можем еще восполнить хпшки. Да, отдыхать. Да нет, не будем сохраняться. Так. Ну, зачем вы напали-то? Мы тут возле кровати трёмся. А, он всего лишь один. Что-то я не помню, куда здесь идти. Я задумалась, так, куда мы сейчас пойдем. Здесь и враги-то вот эти именно слабенькие такие. Ну, как слабенькие. Если бы они не применяли вот эти заклинания смерти, то, в общем-то, слабенькие. Ничего. Ничего нет. И здесь пусто. А возле шторки была еще дверь. Мы, наверное, туда сейчас пройдем. Или мы в нее не попали? По-моему, не попали. Я прошла в дверь. Надо попробовать за кулисами прокрасться. Давайте, качайтесь хоть по чуть-чуть. Так. Музыка вот эта неприятная. Фу-фу-фу. Мы же спускались, да, спускались вниз. Вот. Я прошла сразу в эту дверь, а мы должны вот так вот пройти. Что-то, что с охранником? Монстры, их слишком много, они все здесь. Да ладно, мы не боимся. Что такое? У-у-у. Мужик, эти монстры приходят из ниоткуда, атакуют нас. Генерал Руна, несколько отрядов ушли, чтобы поймать их. Ладно, мы за ними. Понятно все с вами. Ну вот и местечко с монстрами. Что-то покрутить надо, нет? Не дали покрутить. Ого! Давай, Эршин. Буря. Буря. И циклончик, наверное, да? Не будем тайфун делать. Посмотрим, насколько это их вынесет. Одного раза. Ну, как я уже говорила, да, враги какие-то несерьезные. Это и хорошо.
Мы не хотим серьезных врагов. Кроме боссов. Так. Что здесь? Опустить надо, я так понимаю. Это что такое? Что это? Какая-то штуковина. Переключатель для шлюза. Хочешь выдвинуть его? Да. Теперь мы можем пойти на другую сторону. Мы тут еще осмотримся, да, наверное? Там охранник стоит, оглядывается. Там трупак. Не пойдем к нему. Краб. Краб спит. И муха. Проснулся. Не, нафиг. Нафиг, нафиг. Да мы поняли, да, вот когда убегаешь, можно не показывать это постараться, что ты ничего не заработала. Ну, как бы и понятно. Итак. Без таких подсказок. О. Старый. Что там? А похоже, нам надо все-таки к нему идти, а? Не хотела туда спускаться, а похоже, придется. Ну что, кто там? Ну, два краба. Не-не-не-не. Дают мало за них все равно. Нафиг связываться. Тратить свое и ваше время. Лучше нам надо побыстрее узнать, что это такое тут. Мужик, ты не в курсе, кто там? Монстры, они везде. Это его ошибка. Это из-за юных его экспериментов с дурным глазом. Появились эти монстры, да? Ладно. Так, куда мы идем? Так, тут где-то можно подняться, дальше что? А, здесь сундучок. Шо? Хорошо, хорошо. Ну что, Нина, давай нам циклончик замути. На всякий случай поставим каменный удар. Мало ли. Да не, ошибок быть не может. Ну сколько стоит? 270 опыта, видите, даже не стоит связываться с этой мелюзгой. Так. Ну это тоже для рыбалки, но я уже не хожу на рыбалку. Поэтому мне все это... К чему? Подождите-ка, а... Тут что? Мы не можем к нему подойти, да? Такие звуки, когда они бегают, как будто так ногами быстро-быстро шаркают. Да отстаньте вы от нас, отстаньте, не хотим вас убивать никого, все. Мы мирные ребята. Угу. А я не могу здесь пройти. Хорошо. Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Это что? Опустить. А, да, мы же прошли вот здесь. Под ним. Теперь мы можем попасть сверху. Подождите, там гуляет этот мужик. А, все поняла. Возле этого, который здесь валяется, мы еще не были. Краба-то здесь. Это... Не надо его атаковать. Давай убежим. Пусть себе спит. Крабовая палочка. Так, и что, может, что-то посмотреть, как у него пульс проверить, он мертв. Угу. Эксперименты, говорите? Что, что это? Похоже на какой-то орган. Какие-то внутренности, я бы даже сказала. Так. Не получается. Ты не сможешь отрезать его своим лезвием. Элина? Элина? Крей, Нина? Элина, держись, мы уже идем. Что нам делать, как нам попасть к вам? Понятно.
Короче говоря, убийца драконов, нам нужен кинжал, а не такая финтифлюшка, которая сейчас. Но где мы найдем его? Придворный Юна держит его. Найдите его. Юна. И мы, короче, возьмем убийцу драконов и вернемся. Грейлина, она. Я знаю. Все, что мы можем, это найти этого Юну. Убийца драконов. От него. Вперед, время дорого. Сопрем, короче, у него убийцу драконов. Это они хотели сказать. И вернемся. Что топать-то тем же путем, да? Великовато. Далековато переться. Да блин. Там же я еще кое-что там подкручивала, поднимала. Иначе нам, наверное, там не пройти, да? Наверное, нужно поднять рычажок. Сейчас. Погодите-ка. А, нет. Это что-то как-то не с этой стороны, да? Да блин, у меня вот это убивает, когда торопишься, я не хочу вот сейчас с ними сталкиваться. Мне нужно убийцу дракона найти. Они не пристают ко мне, а? Как-то можно было бы это быстро пропускать. Так, ага. Вот это мы поднимаем, потому что я спущусь вниз, мне надо будет выйти. Так. Теперь вниз. Ну, все тем же, да, путем ведь мы идем. Да проклятие, проклятие! О, боже. Давай, Эршин. Покажи им чего-нибудь такое. Ад. Покажи им ад. А, на одного только ад есть. Ну, земля. Ладно. Вот и все. Разборка. Маленькая разборка в Бронксе. Нам сейчас нужно все тем же длиннющим путем выбраться наверх и попасть на мировую карту. Так, подождите. О, боже! Почему они не сделали какой-то упрощенный вариант возвращения? Вот почему? Ну, рили. Зачем переться вот таким же долгим, трудным путем? Разве что это любителям прокачки очень понравилось бы. Нет, я люблю прокачиваться, но вот сейчас, в данный момент, мне очень хочется пройти сюжет. Мои персонажи так достаточно прокачаны, я набегала здесь много часов. Достаточно. Для того, чтобы они с первого раза проходили боссов. Вот так вот. Мы выбрались. Да. Супер. Еще вот этот замок нужно покинуть тем же путем, блин. Так. Уходим. И, очутившись на мировой карте, мы с вами пока что попрощаемся. Убийцу драконов будем искать в следующий раз. Ну, потому что довольно долго уже, да? Ходим, бродим здесь. Еще такой путь обратно просто невероятно длиннющий. Мы дошли до этого какого-то непонятного создания. Блин, что это такое? Что там они готовят жертву для использования в коронаде? Плохо, да? Что за кошмар? Вот. И только поняли, что нужно. А что такое? Подлечиться можно? Что нужен другой меч? Да. И пошли обратно таким же длиннющим путем. Стрела коронада, бам. Хе-хе-хе, просто шучу. Все? Это все, зачем я сюда лезла?
чтобы послушать твое хе-хе-хе. Они издеваются надо мной, а? Даже никакого сундука тут не положили. Какого фига? Ну мы забрались, зато вот посмотрели. Да блин. Как управляется это оружие у них. Да вы что сегодня? Что за издевательство? Непослушные такие. Так, ходим, ходим. Вот и мы. Выбрались. На свет божий. Ха-ха. Приятно снова видеть нормальную обстановку. Не какие-то канализации, какие-то огромные органы. Итак, ребята, мы продолжим в следующий раз, как я уже сказала. Всем спасибо и до скорого. Пока-пока.